Вот он, Бимка. Мой питомец. Не знаю, нормально это или нет. Я его натренировал, что он меня подпускает к этой миске. Вот они, видите, вот он. Видите, он как бы начинает сейчас охранять вот этот вот корм сухой. Вот видите, видите. Ну, извините, мой мальчик. Видите, я могу, то бишь, спокойно вот трогать корм его, вот он. Видите, вот могу его кормить. И говорят, надо руку вот здесь держать, когда вот тренируете собаку, чтобы они вот так вот руку, говорит, вот так в сторонке ложите, и чтобы он кушал в этот момент, потому что, ну, ой, камеру закрыл. Вот, руку надо вот так держать. Этот, наоборот, не ест почему-то, когда я руку держу. Видите? Только руку убираю, он сразу начинает есть. А, нет. О. Вот, мой. Молодец. Вот, мой, молодец, улыбака. Вот, мой, улыбается, да. Ой, как он любит улыбаться. Ой, ну все, ну все, ну все. Вот, мой. Вот, мой. Видите? Спокойно вот чашку залазю, и вот могу ему дать. Это вот что-то. Вот такое вот. Вот. Ну, чтобы он меня видел, может вот так вот упираться, вот так вот. Но никогда не укусит своего хозяина. Да, Бимка? Ты добрый у меня мальчик. Добрый мальчик. Кушай. Ну-ка. Подожди. О. Так интересно хавает. Ноги. Бивулька. Ну, выйди, дай лапку. Лапку дай. Дай лапку. Ну, дай лапку, Би. Ой, молодец. Молодец, хороший. А повыше никак, да, лапу дать нельзя. Да, лапку. Дай. Дай. Ты, блин, вот как только колбаску тебе дашь, сразу лапа прям выше, чем у меня рука, прям поднимается.